Ну а сейчас я представлю вам наших гостей из Грузии. Ребята, пожалуйста. Вахтанг Арашидзе, Георгий Чкония и Николай Чинчарадзе. Правильно? Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы снова в Баку. Большое спасибо. Мы очень любим наш город. Большое спасибо устроителям концерта Людмиле Вафе, которые нам так помогли. Огромный привет вам передаю от организации, где я работаю. Вот это вот эта организация. Мы благодаря этому месту можем встречаться, петь друг другу, дружить, общаться. Организация называется «Кавказский дом». Вот что здесь написано, ребята переведут лучше, чем я. Видимо, вот в таком составе, ну, теоретически мы могли бы, конечно, здесь появиться, но определило это именно то, что вот в этом «Кавказском доме» мы собираемся, и он, вот как ваш центр здесь объединяет русскоязычных авторов, и они вместе делятся друг с другом там своим творчеством. Вот точно так же, благодаря Кавказскому дому, мы можем периодически встречаться, общаться. И поэтому очень как бы символично, что вот в этом русском центре сейчас вот присутствует логотип нашего Кавказского дома, который приблизительно аналогичную функцию исполняет у нас в Тбилиси. Кавказский дом прислал книжки на азербайджанском языке, мы просто не знали, что можно и на русском привозить. В следующий раз клятвы мы обещаем. Обязательно, в большом количестве. Привезем грузинский. Потому что он еще сам издает эти книги. В этот раз приведет, да, на азербайджанском языке. У нас есть 20 книг, 10, значит, антология кавказской поэзии на азербайджанском языке и дата Туташки известного грузинского автора. На азербайджанском языке мы их просто раздарим после концерта вам. Может, ты переведешь все-таки по-грузински, не все понимают. А, в поисках нового помни о доме. Что-то типа это. По-грузински. Цель ночи. Ахлис, кахсулис, сахар. Да. Ахлис, новый, сахар. Как видите, рифмуется в данной ситуации. На этом и... Да, давайте, не откладывая, начнем петь, а то мы договоримся. Возвращайся, а впрочем, как знаешь.
Как тут скроешься от тоски,
всюду просят в бой, только волчий вой хрипло слышится сквозь клыки. Ваше высочество, счастье, наверное, для мудрецов. В ночи бессонные, толпы притворные, силятся вырваться прочь из дворцов. Как вода в воде, как звезда в звезде, и душа в душе ищет свет, отыскать год, чтобы жизнь в полет, человек же ты или нет, человек же ты или нет, человек же ты. Безудержный ответ, лишь хит.
гаснет свет. И музыканты собирают ноты, во рту горчит от дыма сигарет. Лишь одиночество, усталость да заботы в уже давно немодное манто. Укутавшись, идешь слегка сутулясь. Вдруг чья-то тень, о Боже, это кто? Безудержные удачи были легкие.